Привет, народ, мы в Happy Wheels, и кажется, я не играл уровень BMX Park 2, давайте изменять прошлое будущим. И сыграем BMX Park 2. Ой, кажется, я играл в BMX Park 2. Ну ничего. Нет, ну почему-то я не помню, чтобы я в него играл. Ну бывает такое, вот хочешь вспомнить, что играл в него. Да что такое, у меня колесико крутит не то, что мне нужно. Мне не нужно крутить страницу браузера, мне нужно крутить вот это. Во-во-во-во, Upstand Course тоже играл. А вот Haunted Mansion 2, ну... Честно не припомню, тут какие-то... Тут что-то... This time you go past the garden and down into the cellar. What like down this is unknown. Какой-то страшный левел, похоже, я точно его не играл. Вот его я не помню. Ну, запускаем, почему бы нет. Please play with me, I'm only want a friend. Oh no, no, man. What the fuck? А, что сейчас случилось? Я не понял, что сейчас... Что случилось, пацаны? Я не ожидал такого концовки. Это все, что... Этот уровень предлагает. Так, по-моему, надо просто не играть с этим мальчиком. Несмотря на то, что я люблю... Играть здесь... Чё это за рука? Страшно. Так, кто тут живет? Подождите, доктор Кейн? Тут он большой, этот доктор Крейн, он что-то... У него большое кладбище такое, надгробие. По-моему, он больше, чем обычный человек. Кого-то тут повесили. А, не-не-не, не хочу падать вниз, там и так достаточно трупов. Пауки тут громадные размером, не знаю. Меня пытались убить, кажется, а тут у нас... Это карта для Хэллоуина, такое ощущение... Прям тыкаю, и все остальное атрибут Хэллоуина. Атрибутика. Так, ну и толстые мертвые мужики, раздроблены на несколько частей, это тоже прям в духе Хэллоуина. Ну, честно говоря, я не получаю удовольствия, прыгая по его кусочкам. Я не такой маньяк, тактика, по-моему... Ну ладно, упали так упали. А что у нас тут? А что у нас тут? А тут мы спускаемся все ниже и ниже, и кажется, я сломал ноги. Но практика показывает, что ноги это не самое важное. Главное, что ну, у нас есть бутылочка. Да, уже нету. Они разбились, и тут какой-то ужасный монстр, прям создание Лавкрафта. Но я жив, мои ноги, честно говоря, лучше бы они полностью от меня отлетели, потому что они только мешаются и никак мне не помогают. Так, что-то тут... Ах, ты это вообще, смотрите, какой он страшный, он без кожи совсем. Он меня пытается убить, что ли, или что делает? Так, ему лучше умереть, потому что я ему вообще не нравится, он все еще живой. Я ухожу отсюда, короче. А здесь что-то происходит. О, извини, девушка, но я думаю, у тебя и так не было шансов выжить. А я живу, и похоже, у меня все неплохо. Блин, даже маленького мальчика съели эти монстры. Какое-то странное кладбище, страшное даже кладбище, скажу. С подземельем не менее страшным. А тут чья-то нога торчит. Блин, это невкусно. А вдруг и потом из этого сделают вино, из этой ноги. Кровь стекает с потолка. Блин, это страшный фильм ужасов. Если этот уровень экранизируют, это будет страшно. Но я его прошел, это главное. Это действительно был неприятный особняк, спрятанный под кладбищем. Не знаю, кто это додумался построить под кладбищем особняк. Я бы так не делал. Больше никогда в жизни не вернусь в этот особняк. Я рад, что от него сбежал, и поэтому, ну, смотрите другие уровни моих Happy Wheels, а на этом все. Пока, всем пока.